Я думаю, что этот процесс создает больше рисков для финансовой стабильности в Европе, нежели в Великобритании. Однако я не утверждаю, что это не создает риски для финансовой стабильности в Великобритании. Влияние Брексита на рынок постепенно ослабевает. В центре внимания другие данные, которые формируют торговый процесс. Вилка Ван Бокстел, Trade React. В прошлый вторник были представлены данные по уровню инфляции в Великобритании. Последние показатели не оправдали ожиданий рынка. Однако, что касается данных по уровню безработицы, безработица продолжает оставаться на уровне 11-летнего минимума. Как вы думаете, эти данные могут оказать поддержку фунту по отношению к доллару в краткосрочной перспективе? Что касается краткосрочной перспективы, принимая ко вниманию текущую ситуацию, скорее всего, что мы увидим массовую распродажу по курсу британского фунта по отношению к доллару США. Эффект от недавнего внутридневного подъема практически полностью исчез. Все указывает на то, что пара фунт-доллар США будет торговаться на уровне 1.2150. Это будет новый уровень поддержки. На данный момент Brexit уже не является основным фактором влияния на курс фунта стерлинга. Какие существуют факторы риска для фунта стерлинга в среднесрочной перспективе? Вы правы, рынок более активно реагирует на поток новостей. Динамика фунта все больше и больше зависима от публикации экономических данных. В центре внимания трейдеров – ценовая динамика доллара США. С точки зрения динамики обменного курса доллара, на данный момент уровень волатильности находится на довольно низком уровне, особенно по отношению к британскому фунту. Что касается других валютных пар, колебания фунта по отношению к таким валютам, как евро, иена, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар, представляют собой куда больше интерес с точки зрения волатильности. Говоря о динамике цен, вполне возможно, что в интервале одного месяца мы увидим разворот тренда. Мы видим большую свечу на графике. Это позволяет нам предположить возможный отскок стерлинга по отношению к доллару США в среднесрочной перспективе. Обменный курс пары фунта доллар будет торговаться на уровне 1.289. В данном временном диапазоне я советую обратить внимание на этот уровень. Учитывая неопределенность вокруг процесса Brexit, какие факторы могут формировать прогноз для пары фунта доллар в долгосрочной перспективе? Несмотря на то, что влияние Брексита на рынке постепенно начинает ослабевать, экономические и финансовые новости вновь обретают свое значение с точки зрения торговли. Эта валютная пара потенциально может прогрессировать к уровню 1.38 в долгосрочной перспективе. Мы прогнозируем данный уровень для этой пары в ближайшие 12 месяцев. С точки зрения общей тенденции, скорее всего, что будет превалировать в основном медвежий тренд. Мы наблюдаем некоторый откат. Как только статья 50 будет активирована, рынок продолжит вновь реагировать на Brexit. Если мы увидим разворот восходящего тренда, то это будет плохим знаком для фунта. В том случае, если данный сценарий будет реализован, мы увидим резкое снижение по курсу фунта. Мы признательны Уилку за его валютный прогноз для пары фунта-доллар США. Вы смотрели Дукас КПТВ. На сегодня все. До свидания.